Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть игру под названием Зуба, и сегодня будем чилить за карамельку Айрис, но перед этим здесь такие новости, прям офигеть. Ой, реально офигеть. Итак, ну вот это вот запоздалая картинка к тому, чтобы установили Калу 4.6, ну, вы понимаете, почти вовремя. Ну, хотя бы так лучше, чем так, чем... Сейчас перезапущусь. В общем, вот оно, ребятки, самое важное, так сказать, сегодня наконец-то ввели рулетку для всех, причем написано... Бесплатная крутка каждый день. Крути, чтобы получить супер награды. Как вам, а? Легендарный сундучок. Что вам? Я вам расскажу секретик. Да, мне там много секретиков сегодня. Возможно, даже инсайдик расскажу в середине видео. Но в середине не раньше. Так вот. На тестовом сервере эта рулетка на позиции, наверное, 10-15, а возможно, даже 20. Там такие награды прям. Ух. Прям ух, ребят. Да, максимальный награды там, которые могут быть, там есть. Итак, ладно, давайте быстренько заглянем в ивентик. Здесь вот такого только играет за Джейд плюс Фрэнк. Ужасно, даже не знаю, за кого играть. Плюс, видите, здесь нету... Вот... А, нет, надо за Фрэнк играть, да? Нет, можно за Джейд, все. Правда, в Рамадане нужно играть, чтобы по 10 очков забыть. Я не знаю, буду проходить, не буду. Ну, как говорится, как повезет. Да, идем дальше. Саму рулетку давайте глянем быстренько, а потом перейдем к другим новостям. Вот эта рулетка. Ну, вы видите, да? 14 резабов, она только в одном месте. Ну, давайте крутанем. Интересно, будет реклама или нет. Если что, я на паузу поставлю, если реклама будет. Ну, фух, нету рекламы. А то раньше такое только за рекламу было. Было не очень приятно крутить. Ну что, целых 1000. Кстати, если бы я успел нажать, мне бы поменялась награда или нет? Ну, в общем, такая вот рулетка. Ну, лучше, чем ничего, правильно? Ничего же не делаете, получаете награду. Логично? Логично. Идем дальше. Открываем почту. Там неожиданно случилось то, что не должно было случиться. Ну, Рамадан Джейд, не знаю, что я там делал и как. Один матч я победил, в общем, что это значит, не знаю. Почему мне три этих дали? Короче, вот она, видите? Три легендарных ресурса. Это вот та акция, видите, Гва Бэйч. Это вот значок охранника, тот же самый. Тот самый, который нужно было прокачать на 39 персонажах, и вы получите 39 легендарных ресурсов. Теперь вы знаете, что это так работает. Жесть, да? Просто я потерял 26 легендарных ресурсов. Да, именно так, ребятки. Ну, вроде бы ничего не забыл. Вроде бы, да. Поэтому мы сейчас отправимся за прекрасную змею в бои. Почилим чуть-чуть там. Чуть-чуть. Осознаем то, что это был реальный топовый шанс залутать кучу легендарных ресурсов. Я его этот шанс пропустил, к сожалению. Ну как, я... Затестил, да, как и планировал. Потому что, ну, я не верил в щедрость разработчиков. А вы видите, они прям... Прям что-то как-то невероятно. Супер невероятно. Ну, в общем, неожиданно. Неожиданно и невероятно, особенно сегодня разработчиков. Да. Ай, копье золото нашел, молодец, молодец. Утонул. Все, теперь пойдем, а то фигню страдать не очень не хочется. Дробовик там есть у кого-то, не? Так, ну дробовик Орла есть, правда, это не тот, который нам нужен. А ну-ка, давайте глянем, что тут. А тут ничего. Ладно, на выход. Бля, какие модные, красивые у меня сегодня в команде. Правда, без дробовика. Это, если что, впритык была автоатака. Угу. Она самая, ребятки, она самая. Орел у нас немножко, ну, пофигист. Командную игру играть, все дела. Так сказать, Брюсика хватаем. Да душнил, но на то не прибежал. У меня про дробовика нету, я, получается, половину урона не могу вкинуть, который из меня может скинуть вообще. Ну, который... Ой-ой-ой-ой-ой, какой косяк. Какой косяк, ну. Спасибо, Орел, хотя бы прилетел. Ну, блин, без дробовика играть, конечно, капец, какой косяк. Активный навык. Ну, пингвинская морда, а? Все, залутали. Ну, я, конечно, косяк, да. Тут не поспоришь. Взял и откинулся за полсекунды. Плохо, плохо поступил. Ну, Орел у нас же, говорю, фигня страдает. Не должен так Орел страдать фигней, как этот у нас друг. Ну, без дробовика нормально, конечно, играть тяжело. Вот честно скажу вам, на змее, потому что, ну, по сути, у вас есть гранаты и все, и вы там, типа, дальний бой. Хотя хочется и реализовывать змею на полностью, да, и копье, и все такое, и феромоны, и активный навык. Но
немножко не хватило в этом бою. В том замесе. Надо было контролировать. Лучше все-таки надо около Дриалина в нас не убрать. Правда, где же его взять? Точнее, ну да, 5 слотов надо делать. 18 уровень. 18 уровень. Ну ничего, скоро начнем, наверное. Хотя, ну монет так уже прилично, да, открытие сундуков, правда. Я не знаю, когда закрою, наверное, просто делить на два видео. Потому что я там что-то не успеваю в одно все видео вставить. Ну вот что за косяк на змее играет, а? Это я. Ай. Это я. Ой, блин, взял, конечно, вовремя поставил. На тебе, до свидания. Что там ехидное? Туда далеко со... Ну, конечно. О, золотой дробовик, нравится. Еще аптечку лишнюю золотая пригодится. Так, ну чё? Можно теперь, в принципе, за ехидное отправиться. Там уже кто-то выехал за ней. Енотик у нас выехал. Урончик получил. И за ехидной, конечно, гоняться такое себе дело. А, ну, понятно. Ну, противники были очень слабые, если честно. Ну, как слабые? Чуть не вынесли. Чуть не вынесли, очень слабые. Но, ну, если бы Орел был с нами, они бы нас не вынесли. Ну, а так моя остальная команда была ни о чем, как бы. Что один, что с командой. Кстати, надо заметить премию миссию, потому что... Я вряд ли сегодня буду... Да, блин, они что теперь... А, день четвертый бонус? Чё? Сегодня первые 4 дней. Крути... 4 дня подряд. Чтобы выиграть легендарный сундук? Оу! Офигеть, ребятки. Так, с 30 апреля по 3... Ой, с 30 марта по 3 апреля. Так, АМ это у нас 12 часов дня, значит. Не, стоп. Это с ночи? Не, 00 это на ночь. А 12 часов это еще день. Ну, короче, ладно. Пусть будет дня. Значит, с 3 часов дня вот эта штука работает. По 3 часа дня 3 апреля. Вроде бы так. Короче, ну, что-то какое-то странное. Написано, надо переводить. Не все понимаю, но... Вроде бы я правильно понял, что 4 дня подряд крутите, и вам дается легендарный сундук на 4 день. Как вам, а? Изи легендарный сундук? А может, это даже и 2? Ну, что-то, я же говорю, разрабы что-то как-то слишком расщедрились. Ивенты. Рулеточка. Раздачи. Вы видели сами на почте, да? Опять же, боевые пропуска с легендарными черными ящиками. Ну, короче, слишком как-то они расщедрились. К чему бы это? А я вам могу рассказать, к чему. Ну, не совсем, наверное. Все-таки у меня нету, как говорится, 100% информации полной, да, о чем там разработчики делают, что будут вводить, но. Есть небольшая инфа. Даже у меня она есть побольше, но рассказать, ясно дело, все не могу. Потому что я подписывал соглашение и разглашение, поэтому буду говорить так, как смогу говорить. В общем, 3-4 месяца и в игру... О, дробовик золотой. И в игру добавят что-то новое. Что это новое? Ну, сложно сказать. Прям так вот, чтобы не забайтить, не заспойлерить. Потому что разработчики хотят сделать всякие сюрпризы, они там стараются. Ага, сюрпризы они хотят сделать. Знаем их сюрпризы. Ну, ладно, сейчас как бы, видите, игра что-то стала чуть-чуть лучше вроде как. Хотя бы по достижению наград всяких, да? Кто такой шустрый здесь? Никс с кофем, да? Феромоны закинули, теперь убиваем. Тактика, галактика. Сейчас я, ребятки, расскажу, не переживайте там. Все будет готово как надо. Я понял. Так вот, ладно, пофиг на тупой. Сейчас я вам расскажу. Ну дайте я нажму хоть кнопку. Ну что за прикол, сразу дона куснула, когда я резнулся. Задолбали меня. Всех уничтожил. Ух, бесят. Я извиняюсь, ребятки, ну просто так горит, ну реально, вот. Фух, ладно. Так, возвращаемся к сути видео. Да, то, что я не договорил. Сейчас я этого гада добью на доне. Спермон. Извиняюсь. В общем, сути видео, да, возвращаемся. Что же там будет? Могу сказать, ну, я же говорил, уже 3-4 месяца, хотя нам, мне кажется, будет 6 месяцев, ну, неважно. Надеюсь, к лету, может, не к лету, может, к концу лета завезут. Так вот, что там будет? Это будет то, слышите, что я вам говорю, что уже было у нас в игре, этой зимой завезено, вроде как зимой, если я не ошибаюсь.
и то, что потом выключили или убрали из игры. Мне сложно сказать, как там оно на самом деле было. Ну, вот так. Да, это будет похоже на это. Кто понял, тот, как говорится, понял, ребят. Кто не понял, ну, тому сочувствую. К сожалению, больше с вами рассказать не могу. Ну, так сказать, рассказал все, что знал. Хороший орел умирает быстро. Да, звучит хорошо, да? Да-да, друг, мы тебя тоже любим. Так, ну что же. Капканов наставь. О, это спасательный отряд. О, легендарный дроп. Так, ну что, мы тут закидываем? Урончик, все дела. Нит Мрави запинали по итогу. Ну, больше я, к сожалению, ничего сказать не могу по поводу этой новой штуки. Но я скажу вам так. Разработчики будут, ну, не прямо вот через 3-4 месяца все так, знаете, выговорят и все такое. Они покажут раньше. Но будут показывать, я так понял, частями. Ну, вот, да. Именно так. Какими частями, это уже вопрос. Я уже, кстати, одну часть видел. Я извиняюсь. И получается, что... Ну, прикольно. Прикольно. Оптимистично, по крайней мере, это выглядит. Даже очень, я бы сказал. Я прям... Ну, если честно... Ну, знаете, понимаете, когда в зубе что-то новое появляется, это всегда прикольно, потому что в зубе что-то новое не появлялось уже 3 года, если не больше, да? Ну, сами понимаете. Ну, конечно, персонажи здесь офигенные, не спорят никто, наверное. Как нарисованы, скинчики, вот это все офигенное. Но вот другой аспект игры, который составляет, называется баланс всего, да? У нас в игре же есть много всего. И вот этот баланс всего, он у нас как бы где-то ниже дна. Вот примерно так. Конечно, разработчики вот сейчас с всякими сундуками, вот такими ивентами выводят этот баланс на новый уровень. Ну, по крайней мере, хотя бы экономику выводят на новый уровень, да? Игроки могут прокачиваться, лутать много, так сказать, наград и все такое. Там лабиринты всякие, рулетка вот добавилась, да? Опять же, это халява. По сути, лабиринты, рулетка — это халявная вещь, которую вы можете не тратить ничего и получить награды, да? Ну, небольшие, возможно. Если потратить, конечно, будут больше награды. Ну, я имею в виду, конечно, про лабиринт. Ну, вот такая вот логика. Давайте еще один бой сыграем. Я вам немножко расскажу про кофе, да. Почему меня вчера бомбануло и все такое. Ну, в общем. Да, сейчас как бы это сформулировать красиво, да? Или правильно, что ли. Но суть в том, что кофе дает преимущество, да? Вы знаете, в игре у нас кофе дает преимущество. Определенное. Определенное преимущество. И это определенное преимущество, оно позволяет, ну, игроку получать скорость подбора мгновенную, как у Никса, условно. И позволяет игроку получать... Что еще получать? Что-то еще получать? А, скорость передвижения. Да, вот такие вот бонусы имеет у нас... Имеет у нас скорость, точнее кофе. Но эти бонусы временные. И из-за этого кофе как бы... Нет смысла брать в перспективу победных боев. Потому что... Ну, как бы, победный бой, он подразумевает то, что вы живете до конца, а не одну минуту, которую действует кофе, да? И подразумевает также то, что вам нужно при этом... Ой, у нас лев застыл. При этом еще, как бы, ну, победить в конце, да? А если у вас, как бы, на один предмет меньше, да, чем у противника, который можно использовать непосредственно в замесе, в бою, то вы, как бы, уже в минусе по эффективности... Своей. Ну и все такое. Ну, конечно. Так, в бочку спрятался. Так, похилимся. А то больно что-то. Что-то больно. Так, Брюсика убиваем. Ага, Никс с трубкой. Гений. Вот тут еще склад побежал. Ничего себе. Ну, лев, конечно, станы дает царский. Мне нравится. Лев станы дает. Феромоны отходошлись, конечно, вовремя, как сюда. Лучшие феромоны в мире. Да блин, да кто меня отталкивает? Бред какой-то. Ладно, там было без шансов. Так, ну поставим так. Так. Ладно. Львы у нас, конечно, молодцы, не поспоришь. Вообще красавчики. Так вот, возвращаемся к кофе. И по итогу, на мой взгляд... Я думаю, там не больше 1% игроков, которые победили в боях, использовали кофе, ну, в финале. То есть, ну, вот такая статистика, на мой взгляд. Я, опять же, не знаю эту статистику, я бы как-нибудь посмотреть, но это только разработчики могут такое сделать, наверное. Возможно, и не могут.
К чему я это все веду? Ну вот, к тому, что из-за этого кофе бесполезен. Потому что он действует в короткий промежуток времени и не дает преимущества в конце. То есть, а ну, как бы все бои это бои за топ-1, правильно? Да. Такая вот логика. По поводу, кстати, кофе, да? Как вы знаете, у нас есть в игре такой аспект, ну, в соло-боях, да? Игроки, которые играют в соло-бои, они часто применяют кофе. Очень часто, потому что им все-таки это преимущество дает, они считают его полезным. Но! Если представьте себе, я их гениями называю, да? Ну, гении же они, правильно? Им же нужно в начале преимущество, им же не нужна победа. Логично, логично. Хотя в боях нужна победа, все ради победы играют, это наша королевская битва, ну, неважно. Так вот, давайте быстренько про кофе договорю, все-таки свою мысль, чтобы все поняли наконец-то. Ну, те, кто смотрели, конечно, конец видео, те поймут. Возвращаемся к кофе, да? Вот этот прекрасный пример. Длительность, бонусы, скорости, к скорости подбора, да? Ускорителем. Так вот, к чему я веду? Если все будут брать кофе, ну, писать себе бой гений, да? Все с кофе, то ни у кого не будет преимущества получается. Потому что все будут с кофе, у всех будет одинаковое преимущество, и по сути оно друг друга нивелирует. Логично? Логично. То есть эти гении, они как бы сами себя задушат тем, что используют кофе. Та-дам! Та-дам, та-дам, та-дам. Такие вот дела. Ну а в реальности, что я могу сказать? Ну, нужно. Ну, вообще, разрабы создали проблему. Подбором быстрым уникса и этим предметом, да? То есть они сами создали эту проблему дважды. Я имею в виду с подбором предметов. За счет бонуса уникса и за счет вот этого предмета как кофе. То есть этих моментов не должно было быть. То есть они должны были, вот, к примеру, у нас подбор у всех персонажей 2 секунды, да? Всех предметов, к примеру, просто говорю. Униксу должны были сделать 1,5 секунды. Чтобы, да, было быстрее, но незначительно. Ну, это на мой взгляд. Они... мгновенно, как было раньше, сейчас 0,5 секунды. Я видел никсов, когда у них было мгновенный подбор, ну, давно, до того, как его за ухудшили никса, имею в виду, да? Они использовали кофе, даже тогда. То есть, понимаете, насколько там проблемы с башкой у людей? Ну, вот такие дела. Так вот, возвращаюсь я к сути кофе. Дальше. Что бы следовало разработчикам сделать? Ну, я уже говорил, сделать 1,5 секунды подбор у никса, условный какой-нибудь, да? А остальным 2. А у кофе забрать скорость подбора. И оставить чисто скорость передвижения. Ну и все. То есть предмет, он остается как бы полезным для игроков, которым не хватает в начале подвижности. Возможно, я бы уменьшил скорость передвижения, то есть там 25% примерно, но действовало бы оно 3 минуты. То есть какой-нибудь бы Брюс, ну, понимаете, это было бы эффективно. То есть можно было хотя бы почти под конец боя, ну, до середины, до конца боя доживать с работающим кофе, да, и при этом у вас была бы скорость, то есть вы получали то, что хотели бы получить от кофе в начале. Именно нехватку подвижности персонажа. Потому что вы знаете, в игре у нас, к примеру, заспавнились персонажи. Одному, один, к примеру, Брюс, второй, к примеру, Никс. Кто из них прибежит быстрее к луту, да? Прибежит, конечно, быстрее Никс, потому что у него есть прыжок. Или какой-нибудь, ну не знаю, кто у нас там еще? Кенгуру и все такое. И чтобы вот такого баланса, ну, дисбаланса не было, да, за счет активных навыков. Хотя это на самом деле правильно, потому что, ну, актив навык же, да? Или пантера там какая-нибудь прыгнет. И персонажа есть возможность взять кофе и ускорить себя в начале. Логично, логично. Но вот разрабы пока что остались на такой механике, которую сделали раньше. Это все, ребятки. Вот такое вот мнение мое по кофе. Почему его хейчу, сами понимаете, как бы, ну, потому что оно не дает преимущества в конце, а я как бы играю ради побед. Как и все, в принципе, адекватные игроки. Ну, а кто не играет ради побед, тому сочувствую. В общем, не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Извините, что видео из этого затянулось. Но что есть, то есть. Всем пока-пока.